и перейдем, пожалуй, к лакам. Значит, я сделала, купила у нас в городе несколько лаков, и недавно мне пришел еще заказ из интернет-магазина одного. ВКонтакте я заказывала, если кому-то интересно, я потом оставлю ссылочку. Значит, здесь я у нас в городе купила вот такие вот три лака. Это один лак от Golden Rose, известно их, Jelly Jewels, со втором оттенке. Потом два лака голографик. Я искала долго и нудно у нас в городе хоть какой-то голографик. Нашла единственное вот этот Angel. Это, в принципе, из дешевой серии голографиков. Они очень недорогие, эти голографики. Но я ими осталась, в общем-то, довольна. Они неплохо держатся и красиво выглядят на ногтях. Сейчас я покажу их вам поближе, эти три лака. Golden Rose Jolly Jewels знаменитый. У меня это оттенок 102. Это вот такие вот глиттерный лак, серебристые блески. Он любой лак делает праздничным, нарядным. Вот так вот он выглядит на сводче. Вот если его нанести на зеленый лак, вот если он один. Я думаю, этот лак все видели, все знают. Вот такой вот он. Красивые, глиттерные. И что самое больше всего мне нравится, их много, этих блесток. Лака призмы. Angel Nail. Один, значит, в оттенке. Так вот, оттенки 530, другой в оттенке 521. Вот такой вот один. Он. Здесь его плохо видно, но он отливает какой-то серебристо-фиолетовый цвет. Очень красиво смотрится на ногтях. Это единственный призматик, который я увидела у нас в городе. Второй вот такой вот. Он отдает коричневый в розовинку. Такой интересный цвет. Нету, не видно. Вообще на солнце очень. Я сказала, мне пришел заказик недавно. На сумму где-то 1300, по-моему, вышло мне. Я заказала вот таких вот 5 лаков. Очень мне хотелось попробовать известную серию Dance Legend и Arlene. Мне, конечно, еще хочется попробовать и Essie, и еще много разных других серий, которые хвалят на YouTube. Но я начала вот с этих. Для начала я решила взять небольшое количество. Вот первый это лак Орли, вот в таком вот красивом мятном зеленом оттенке, в оттенок вот так вот называется. Сейчас я просто их обзор сделаю, потом подробно расскажу их уже и покажу, как на сводчах они выглядят. Потом я взяла Dance Legend, два вот таких вот. У Dance Legend, конечно, очень много разных интересных серий. Я взяла один из Sahara Crystal, который с эффектом песка на ногтях. И один, который меняет цвет на солнце. Лак. Таких вот два лака я взяла попробовать. 188 оттенок и 07. И еще я взяла попробовать два лака для стемпинга. Я заказала. Они там стоили что-то около по 100 рублей каждый. Стемпинга у меня еще нету, самих дисков и вот этого вот штампика. Я его заказала на Алиэкспресс. Он мне только идет. К сожалению, Конат мне недоступен сейчас, в данный момент. Поэтому я решила попробовать начать с Алиэкспресс. Но мне очень нравится, когда девочки показывают на ногтях, как это выглядит. Поэтому я очень хочу попробовать стемпинг и заказала вот такие два лака. Вот, я сейчас их также покажу вам поближе. Вот такой вот первый мой лак Орли. Это оттенок 407-33. Гум-де-роб, господи. Вот такой вот он мятно-зеленого цвета. Лак мне очень понравился. Я слышала, что лаки Орли очень хорошие, но не думала, что настолько. Он очень долго держится. С одного слоя
Его не нужно наносить 2-3 слоя. Он с одного слоя имеет вот именно такой же цвет, как в бутылочке. В общем, лак привел меня в полный восторг на сводче. Еще раз прошу прощения, что нет ромашки еще у меня. Ну вот очень красивый. Если кому-то нужны мятные оттенки, вот это самое то. Вот он такой вот он. Красивый мятный оттенок. Два лака для стемпинга я купила. Так, один розовый. Это фирма-производитель Planet Nails. Я такой даже фирмы не знаю. Но на сайте они были заявлены как лак для стемпинга. Так, один вот такой вот черный. Действительно густой, очень похож по консистенции на краску эмаль обычную. Вот такой вот он. Густой, черный. Очень-очень такой вообще совершенно непрозрачный. Второй вот такой вот розовый. Я хотела белый, но белого не оказалось в наличии. И я заказала... Ой, как он капает. Я заказала розовый вот такой вот. Нежно-нежно-розовый, такой красивый цвет. Тоже он очень густой, похож на эмаль, на краску. Надеюсь, у меня получится стемпинг. Мои диски идут только из AliExpress ко мне. В пути где-то лаки я уже заказала. Ну, посмотрим. И такие вот два лака Dance Legend. Давно я хотела попробовать эту марку. Вот заказала на пробу пока... Два. Они сами по себе такие большие, объемные очень. Сколько в них тут миллилитров? 15 аж миллилитров. Ну, в половину, наверное, больше, чем обычный маленький лак. Вот. Один я взяла цвет. Это из серии песчаный Сахара Кристалл. В 0,7 оттенке. Это очень красивый такой розовый цвет. Вот такой вот реально как с песчинками. Мне понравился, как он смотрится на ногтях. Он смотрится таким не сильно ярким, но и не сильно бледным, среднерозовым. И у него действительно как бугорки такие на ногтях, получается как песочек. Вот здесь видно вкрапление блесток. Держится в среднем дня 3, потом начинаются сколы. Я как бы лак Орли, который у меня есть, вот, держится дольше. Этот лак держится дня 3. И второй, это из серии, вот, это лак, который меняет цвет на солнце. 188 цвет. Вот у меня уже тут у него треснула почему-то крышечка. Я взяла его, стало мне интересно попробовать, что это такое. Еще хотела взять, который меняет в зависимости от температуры лак. Ну, уже думаю, к зимой. Ближе к зиме. Сейчас он не актуален, в общем-то. Так. Это такой оранжево-розовый цвет на ногтях. И меняется вот в такой бордовый на солнце. Я сфотографировала, как он выглядит на солнце и как он выглядит дома. Покажу для... Вот тут видно даже, кстати, как он на солнце темнее становится. Ну, в общем-то, эффект довольно интересный. Но мне не понравилось, как он выглядит на ногтях в помещении. Довольно блекло, бледно. И как-то он слишком быстро у меня начинает скалываться с ногтей. На солнце он выглядит симпатичней, конечно. Вот такой вот у него яркий бордовый цвет получается. А вот в помещении мне не очень понравилось, как он выглядит. Сейчас я покажу. Что вот такое вот у них широкая удобная кисточка. Наносить удобно лак. Кисточка у него очень такая вот плоская, широкая, довольно удобная. И вот так вот выглядит лак. Потом, кстати, здесь уже меняется, потому что здесь солнышко, и он становится темнее сразу же. Ну да, эффект довольно интересный. Ну вот на пробу взяла попробовать, интересно, но больше брать я его не буду, потому что в помещении он выглядит не очень.
И второй, вот видно песчинки. Вот этот вот розовый лак с блесками песчинки. Тоже очень красиво смотрится. Вот Сахара мне понравился больше и по эффекту, и по качеству как-то, чем вот этот лак. Стоимость у них довольно недешевая, около 300 или 350, 350 рублей, по-моему. Что для лака весьма недешево. Вот такие вот два у меня лака. Это были все мои покупочки недавние, декоративки и лаков. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо всем за внимание. Пока!